Was hier steht, ist alles nur für zum Kästchen füllen, für Aufzucht. Ja, ja, ich verstehe. Dann haben wir drüben noch einmal einen Stand. Da sieht man einzelne Drohnenspender. Ja, ja. Там стоит отцовская семья, которая является ну, поставляет трутно, забыл слово. Здесь вот этот тачок используется исключительно как тачок матковыводной для селекции. Как мед он не используется. Здесь стоят различные семьи для экспериментов, для проверок. Для инструментала? Нет, не только. Нет? Ну, то есть он здесь занимается инструменталкой, но он может привозить, в том числе, никакой котик квартиру, привозить сюда материал, который уже облетелся, и здесь уже с ним работать, проверять его, тестировать и так далее. Всего на пасеке работает 5 человек. Он, жена, дочь, ну и муж жены, я так понимаю. Муж жены, да, это он. Муж дочери. Муж дочери, извини. Das ist oft aus Kirchheim. Die haben mit der Christine haben sie schon gearbeitet. Guten Tag, mein Name Andrei und mein Kollege auch Andrei. Anna. Hi. Hallo. Sie ist gerade beim Königinnen. Она как раз работает с матками сейчас. Das ist nächste. Господин Пернер говорил, что они обычно неделю создают, производят, осеменяют порядка 200-300 маток. Und wie viel Königin jetzt bei dieser Platz? Wie viel da drüben ist Platz? Ach so, пошли. Я спрашиваю, сколько здесь маток сейчас, но просто я человек говорит, вот там есть место, можно посмотреть. Momentan sind etwa auf Belegstelle, momentan sind von uns ca. 400, 500 auf Belegstelle. Und der Rest ist wieder hier, das sind glaube ich 250. На облетнике находится их маток порядка там 400 маток, и здесь где-то в настоящий момент порядка 200 маток. Но еще раз, они не используют это место для облета, это, как условно говоря, пересылочная станция для маток, которые искусственно осеменены, и для маток, которые привезены с облетника, для того, чтобы их тут переупаковать. Очень большой спрос на определенную линию этой карлинки идет из России. Я внимание обратил, все литочки зарешочены, для того, чтобы матки не могли выйти, все без исключения. Стоят ганимановки в орхидейках этих. Обычно в год через облетник тачок проходят порядка 5000. Also auf beiden Belegstellen. Через два тачка. Breitstein. У них тут два тачка. Бустервальд und die zweite. Breitstein. Breitstein. А кто у них руководитель АКА? Und wer hat Wer leitet eine AKA-Association? Haben Sie einen Vorsitzenden oder Ja, einen das ist Dr. Martin Kircher. Dr. Martin Kircher. Ist der Chef der ACA. Ja. Und Sie, ich habe im Internet gelesen, dass Sie ist ein Leiter von... Ja, von Belegstelle. Ja. Die beiden Belegstellen, Breitstein, also Busterwald und Breitstein, gehören mir, werden unter ACA geführt, und, aber sind eigentlich von mir, gehören mir. Ja. Sind ziemlich so, Sie sind die Hauptboss, ja? Ja, ich bin der Hauptboss. Ну, он является руководителем облетников. Есть руководитель ассоциации, а он руководитель облетника. Поэтому я говорю, да вы главный босс. Он говорит, да, я главный босс. Супер. Я банкер. Это... Да, это тоже пробные семьи, которые тестовые семьи, в которых проводятся различные испытания, скажем так, человечества. Как миролюбивость? Что я говорю, хороший лед, слава богу, сейчас есть взяток. Он говорит, да, сейчас есть взяток, слава богу. Вот на каждом уле лежит маленький паспорт. Künstliche Besamung. Искусственное семенение. Vater, Mutter. Мама, папа.
Das ist sogar mit 10 Mikroliter besser. Das ist gut. Это тоже уже темнено 10 микролитрами, и можно заглянуть в улей, посмотреть, какие результаты она показывает. Und diese Königin von 2018, ja? Das ist 2018, ja, die Prüfung. Ja, ja, это испытание 2018 года матка. Ну вот, можно посмотреть, сколько мед они уже принесли. Das ist schon zweite Tage, ja? Ja, das ist gut, das ist auch gut, das ist eine Vorzeige und noch eine. Ach so, значит, расплод, это тоже ja. Расплод, этот ящик уже полон, и этот уже заполняют, потихонечку начинают подливать. Ja, das wird schon ein bisschen Waldhonig, ja? Ja, это уже лесной мед. Sehr, sehr, es sieht sehr lecker. Ну? Да, super. Schon, то есть... Его начали заполнять. Да, он уже подлит, я думаю, что вот-вот начнет печатать. Unser Hauptaugenmerk war immer Schwabenpräge. Also, wir haben fast null Schwaben. Ach so? Ich habe Kaniker auch, aber leider bis heute nicht per Perno. Alle meine Kaniker schon geschwommen. Wirklich? Ja. Nein, wir haben hier in Weberge eigentlich sonst große Schwierigkeiten. Zuerst kommt ein bisschen Blüte, dann ist wieder lange kalte Phase, dann ist wieder gute Tracht und dann wieder nichts. Und das, aber das ist, die Bühne ist gut. Они особое внимание уделяют роению, очень важное внимание, и как бы добиваются того, чтобы карника не роилась. То есть они говорят, что в результате регион у них такой специфический, очень длинное, из-за того, что находится в горах, очень длинное время холодное, до мая, до конца мая лежит снег. Потом идет обильный взяток, потом он опять обрывается, и поэтому для них как бы отсутствие роения имеет важную роль, они с этим серьезно поработали. А они берут материал в каких-то институтах для подмешивания крови? И какие институты они считают хорошими? Benutzen Sie vielleicht die Zuchtmaterial aus anderen Regionen, anderen Instituten? Nein. Nein, nicht использовать. War schon, also es ist immer wieder Materialaustausch, natürlich von Prüfungen zwischen deutschen, französischen Material auch. Aber es wird hier getestet und wir haben im Jahr 2009 zum Beispiel Kirchheim über eine väterliche Seite wieder hineingearbeitet. Hat sehr gut gepasst. Es muss Charakter der Biene erhalten bleiben. Ja, ja. Weil sonst geht hier nicht. Ja, ich verstehe. Es kommt viel Deutschland, prüfen wir da aus Deutschland, das hier gar nicht funktioniert. Oder auch aggressiv oder nein, das funktioniert einfach nicht. Das ist Biene, die braucht sehr lange gute Trachten. Ach so, ja, ich verstehe. Oder zum Beispiel Parksas-Charakter ist so, das ist sehr viel Brut. Du musst, hier brauchst du keine Absperrgitter, ja, ja. Keine Gitter. Ja. Biene macht alles selber. Ja. Wenn schlechte Wetter ist, arbeitet nicht so viel, verbraucht auch nicht so viel. Ja. Parkfast musst du immer halten, sonst alles verbrauchen. Ja, ja. Muss immer Tracht sein. Ja, ja. Das geht hier nicht in das die Berge. Das ist sozusagen eine kommerzielle Biene, ja, ja. Die Parkfast. Он говорит, что у Бакфаста есть такая особенность. Они, значит, в 2009 году они брали отцовскую линию Кирхайна, если я как бы могу правильно перевести, но не все работает в этом регионе, потому что, например, если сравнивать с Бакфастом, Бакфаст такая пчела, которая очень многое использует на расплод. Здесь они не используют разделительную решетку. Wir haben keine Sperrgitter, ja? Они не используют разделительную решетку, потому что сама пчела все сама сделает. Она приучена, выведена и отселекционирована таким образом, что... Она держит гнездо, не подливает его? Она не залазит вверх в медовые корпуса, она сама сохраняет необходимое для себя пространство и развивается в таком объеме, который ей необходим. Я их verstehe. Also von Oktober bis Oktober, April, das ist nur Winter. Nur immer kalt und das ist Katastrophe. Господин Пернер говорит, что им нужна пчела, и они пользуются пчелой, которая заточена первая на очень короткий взяток, у которой нету никакого роевого настроения, которая не роится, которая хорошо развивается и которая достаточно миролюбива, позволяет с ней хорошо работать. Я спросил, какой по продолжительности взяток у них бывает. Говорю, ну как, на месяц, наверное? Нет, зачастую из года в год меняется, но бывает так, что бывает только одна неделя взятка, а зима начинается с октября и заканчивается в лучшем случае в апреле. Например, некоторые года бывает так, что до конца мая лежит снег.
И, соответственно, пчелы не имеют возможности. Очень длинная зима. Очень важно, чтобы они зимовали. И в том числе они селекционируют, отбирают пчелу по принципу экономичности на период зимовки, чтобы пчела немного потребляла и хватало тех кормов, которые они им оставляют. Где зимуют? На улице? Wir haben Winter hier, hier. Nein, das ist nicht nur hier. Wir haben insgesamt 10 Standplätze. У него всего 10 мест, 10 точков. Они зимуют не только здесь. Ich meine, sie Winter überhaupt kein Lager benutzen. Hier an der Stand, ja. Они да, зимуют прямо на улице. Alle Bienen bleiben auf Standort und überwintern dort. Das heißt, wir haben, das ist hier ein Standort. Wir haben dann hier in 3, 4, 5 Kilometer nochmal Standorte, auch ja, Belegstelle und alle bleiben. Mhm. Also wir wandern nicht. Ja, он говорит, что мы не кочуем, у нас есть там порядка 10 точков, и все пчелы на каких точках стоят, на таких и зимуют, там и остаются. Дно сетка? Sie benutzen alle Boden mit Gitter, oder? Nein, alles zu. Das wäre im Winter alles mit Schnee. Он говорит, что зимой все забьется как бы снегом, поэтому они не используют, они используют глухое дно. Да. Ich zeige. Он сейчас покажет. Ja, пойдем. Sie haben Löwenzahn. Ja. Haben Sie vielleicht? Und dann Waldhonig hier. Wald, ja. Und ein bisschen weiter oben Alpenrose. Alpenrose. Aber dann ist Schluss vorbei. Und Ihre Bienen Winter mit Honig oder mit Sirup? Mit Zucker. Zucker, ja. Zucker, ja. Sirup. Зимуют на сахарном сиропе. Есть три основных взятка. И этот взяток очень стремительный, и все. Сначала одуванчик, потом лесной мед, а потом еще какая-то горная роза, и после этого обрывается взяток, и все, больше ничего. Ну что, поблагодари, скажи огромное спасибо. Danke. Wir hören uns wieder vielleicht. Ich hoffe, dass wir uns die letzten Mal mit Ihnen zu treffen und werden noch arbeiten. Да, пожалуй, подъедем потом, как договорились в следующем году. Yeah. Забирай маток. Yeah, danke für diese. Danke. Super, Königin. Покажи уже Königin. Yeah, спасибо, Анка. Ты хочешь посмотреть маток? Да. Одна. Все. Мне главное браузовскую. Не чтобы Юргина матку. Нет, здесь все хорошо, да. Все. Да, на самом деле у человека очень приятное впечатление осталось. Очень открытый, очень добродушный. Рассказывает все, что только знает. Любой вопрос. Я не почувствовал, что он пытается что-то там. Ну, короче, у меня только очень хорошее впечатление осталось. Приятно познакомиться. Видно, что человек глубоко в теме. Видно, что фанат карники. Других пчел и быть не может. Ну, и видно, что все по-серьезному. Очень серьезные обороты по производству. Очень тщательный подход к качеству. Поэтому приятно познакомиться.